Привет, с вами снова я, Чихуахуа Софи. Итак, вы выбрали на первое время ошейник, научили щеночка или собачку в нем ходить, и теперь хотите одеть поводок. Приучаем к поводку. Когда щенок перестанет реагировать на то, что на нем одет ошейник, привяжите веревочку вместо поводка, пусть везде за ним тянется. Очень хороший способ. Но в принципе можно сразу пристегнуть поводок и немного подождать. Второе. Следующий этап. Попытайтесь поводить щенка по дому в поводке. Но не вы его тащите, а сами идите туда, куда он вас поведет. То есть везде ходите за ним хвостиком вместе с этим поводком. Но поводок ни в коем случае не тяните, просто оставьте его расслабленным. Третье. Сейчас можно постепенно начинать регулировать его направление, но ни в коем случае не тащите, не волоките его по попе, а ласково подзывайте, подманивайте лакомством, например, сыром. И все время с ним играйте, чтобы он не обращал ни на что внимания. Эйвен, ты хотел сниматься? Вот давай теперь демонстрируй мои слова. Так а я чё? Да куда идти? Чё, сюда или сюда? Боже. Когда щенок поймет, что ничего страшного в поводке и ошейнике нет, он перестанет их замечать и не будет упираться. После такого результата вы уже можете смело идти с ним на улицу. Привыкнет он быстро и никакого насилия. А про то, как подобрать шлейку, а также рулетку и поводки, какие выбрать, я обязательно расскажу в другом видео. Спасибо большое за внимание, с вами была говорящая Чихуахуа Софи. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте и будет вам счастье. Пока-пока! Эйвен, ты снимаешься, веди себя нормально в видео. Нормально, это когда роста или как это, чтобы... Ой, короче, ладно.